минувшую пятницу глава города Сергей Дорофеев провел встречу с жителями дома 3 по улице Коржиновского. Главной темой обсуждения стал текущий ремонт, цель которого – замена устаревших и аварийных балконных плит. Сейчас обширный комплекс строительных работ осуществляется специализированной подрядной организацией. Балконные плиты, подлежащие замене, демонтировали полностью. В процессе работ строители установили новые металлические балки, произвели устройство новых железнобетонных плит. Также устанавливаются новые ограждения, застекления и защитные козырьки. Вместе с представителем подрядной организации и заместителем главы города по вопросам ЖКХ обсудили моменты, вызванные сомнениями и беспокойством по поводу качества выполняемых работ. То, что сейчас стоим, это вот спасибо они, что так лояльно еще относятся, слушают, и вникают, и понимают, и заботятся об этом. Поэтому я вас попрошу, у вас срок осталось не так много, но уделите внимание каждому квартиру, каждому человеку внимание. То есть поставили, пройдите, я сколько раз говорю, прошли, составьте перечень по каждой квартире дефектов с жителем, с подписью жителя. И жители потом вот устранили все, будет тогда будет понимание. В данный момент установка главных элементов находится в активной стадии, выполняются основные работы. Такие детали, как заделывание щелей, снятие пленки со стеклопакетов и выравнивание ограждений, будут доведены до идеала в ходе завершающего этапа под личным контролем курирующего заместителя. Проверяющие пройдутся по всем квартирам дома. Руслан Сергеевич прибежит тогда с вами и с вами уже конкретно берет тогда, чтобы у вас не было претензий. Прямо по каждому адресу я вместе с вами, прямо и с подрядчиком пройдем. Все выслушаем. Да. С первого. Со второго. В общем, с понедельника. С понедельника, да. С понедельника мы ждем. Беспокоиться по поводу выявленных дефектов и недостатков не стоит. Каждый балкон, которого коснулась рука строителя, будет доделан до конца, приобретет эстетичный вид и станет удобным и комфортным. Совместно с представителем подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области все вопросы взяты на контроль. Сегодня провели встречу с жителями по капитальному ремонту балконов. Это Крыжановского 3, Советской 34. Выслушали замечания жителей, они вполне обоснованные, к подрядчику, который производит работы. Со следующей недели мой заместитель берет на личный контроль сроки и качество выполнения работ. К концу октября увидим результаты.